Занимайтесь самоподкреплением. То есть научитесь сами себя подкреплять. То есть если другие люди не говорят вам: «Боже, боже, как замечательно ты встал с дивана, вот, уже большой успех, ты так нас обрадовал», вот, значит, задача самого себя хвалить. То есть вот если вы раньше не могли встать с дивана, а сейчас встали с дивана, просто скажите себе, что вы большой молодец, и вы собой гордитесь. Ну, немножко звучит шизофренично, но как психотерапевтический прием и как понимание того, как работает мозг, это очень эффективная штука. Поэтому постоянно, как только вам удается сделать чуть больше, как вам только удается достичь чуть более ярких результатов, обязательно себя самоподкрепляйте. Просто хвалите себя, я не знаю, кормите себя шоколадкой, что-нибудь делайте себе приятное. Не знаю, что у вас там бывает. Ну, в общем, есть всегда ресурсы для самоподкрепления, но нужен мозг.